Привет всем, меня зовут Федя Забалуев. Сегодня специально для рубрики Adidas я постараюсь научить вас делать трюк Fujam Whip. Ну и начнем мы с азов. Для того, чтобы научиться делать Fujam Whip, надо научиться делать сначала Fujam. Все правильно? Да, пробуем. Он делается элементарно. А следующий этап подготовки — это тот же Fujam, только уже с занесенной ногой за раму. Он называется Канкан Fujam. Сейчас покажу, как он делается. Не обязательно делать прыжком, просто пробуем. Переходим к основной и, наверное, самой сложной части, это непосредственно закручивание рамы. Показываю, как делать это правильно. Попытаемся сделать сначала вот так. Все правильно, делаем именно так. Толкающая нога закручивает раму в удобную сторону. И сразу прыгаем с велосипеда. Частая ошибка начинающих райдеров при учении этого трюка такова. Они сразу хотят поставить ногу и толкнуть раму. Как видите, так делать нельзя. Когда вам уже удалось закрутить раму и почувствовать ее кручение, вам необходимо будет с прыжка поставить ногу в колесо, как мы учились до этого. Канкан Fujam надо будет сделать. Пробуем, оттачиваем это движение до тех пор, пока рама не совершит вокруг своей оси 360 градусов и сама не встегнется вам в ноги. Это будет примерно выглядеть вот так. После того, как вы научились делать этот трюк на флоту, его надо будет сначала попробовать на подкатке, а потом уже на радиус. Пойдемте попробуем в другом месте. Федор Забалуев, специально для рубрики Adidas Original. Надеюсь, что я помог вам разобраться с этим трюком, и в следующий раз мы начнем делать что-нибудь другое. А сейчас мы пойдем устраивать контент. Отцы, всем спасибо за внимание. Надеюсь, я чему-то вас научил, хотя я бы не понял на самом деле. Обзорные экскурсии по Москве.